Генеральным директором «Газпромнефти» Муравленко назначен Валерий Колотилин, ранее возглавлявший департамент закупок нефтесервисных услуг «Газпромнефти». Валерий Колотилин родился в 1963 году. В 1986 окончил Московский институт нефти и газа имени Губкина по специальности горный инженер по бурению нефтяных и газовых скважин. Трудовую деятельность начал в 1987 году в Сутарминском управлении буровых работ предприятия «Ноябрьнефтегаз», где прошел путь от бурильщика до главного инженера. С 2004 по 2008 работал в различных подразделениях ТНК «БП». Владимир Вдовин, руководивший «Газпромнефть» Муравленко до апреля 2013 года, продолжит работу в структурах «Газпромнефти». В рамках программы ротации кадров он переходит в дирекцию по крупным проектам «Газпромнефти».